Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в городе Ташкент, Республика Узбекистан. На улице плюс 35, и мы с вами наслаждаемся первым летним солнцем и гостеприимством группы компаний Belt & Trading Asia. Компания Belt & Trading Asia является ведущим дистрибьютором в FMCG-секторе на территории Республики Узбекистан. Наша компания обрабатывает около 65 тысяч заказов ежемесячно. Мы обслуживаем около 17 тысяч торговых точек. Наша компания сотрудничает с такими известными брендами, как Nestle, Colgate, Bunge, Макфа и другие. Компания Belt & Trading Asia – самый крупный дистрибьютор продуктов питания и бытовой химии в Республике Узбекистан. Более 10 складов по всей территории Узбекистана. Покрываем своей продукцией всю территорию. Но основные, конечно, объемы сконцентрированы в городе Ташкенте. Большое количество наименований продукции привело нас к тому, что мы установили систему управления складом. До этого все операции на наших складах осуществлялись, можно так сказать, по листочку, по бумажке. Это вело к тому, что очень часто путались все сроки годности продукции, были большие количества ошибок в подборе продуктов по различным клиентам. И мы решили, что нам жизненно необходима система управления складом, и начали проводить тендер. В тендере мы рассматривали большое количество предложений. На конечном этапе осталось 4 компании, и победителем тендера стала компания «Axelot», которая предложила, на наш взгляд, наилучший баланс между тем, что нам требуется, ценой и сроками установки этих систем. Сегодня мы счастливые обладатели ВМС «Axelot» — это система управления складом, а также ТМС «Axelot» — система управления транспортными потоками компании. Могу сказать, что не только мы, но и наши клиенты очень довольны тем, что теперь мы делаем намного меньше ошибок. Продукция идет качественная. Сроки годности не путаются, и количество просроченной продукции, а также браков сильно и резко сократилось. В настоящее время система управления складом установлена на 4 складах города Ташкента. В дальнейшем мы планируем установить ее на всех наших 10 региональных складах и ожидаем большой отдачи от этого внедрения. Добрый день, меня зовут Джасур, я оператор ТМС. Планирование маршрутов осуществляется автоматически по данным, полученным из корпоративной системы. Задачи ТМС – распределить все поступающие заявки на перевозку по маршрутам и экспедиторам. На текущий момент автоматизированные функции планирования, контроля исполнения рейсов, работы с собственным парком ведется учет всех затрат. Оглядываясь на прошлое, за последние 2-3 года, сложно представить, что это те же самые склады, та же самая территория. Но по факту это так и есть, и для некоторых весь этот пройденный путь может показаться незначительным, быстрым. Но для нас это был огромный технологический скачок, дал нам новый опыт, новые знания. Наша компания, одна из немногих на рынке Узбекистана, обладает подобными инструментами. Мы имеем возможность развития нового направления бизнеса, предоставления и качественных TPL-услуг для различных клиентов. Что мы и начали делать с прошлого года. И на текущий момент мы уже имеем клиентов, как Nestle в FMCG-секторе, Zudmall в секторе электронной коммерции и DeFacto в фэшн-секторе. От себя лично я бы хотела поблагодарить ту команду, которая работала над нашим большим проектом. Он уже принес для нашей компании ощутимые выгоды. Но впереди еще очень много новых свершений, и мы рады, что сделали правильный выбор, выбрав «Axelot».